Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели встречу в рамках саммита «Большой двадцатки» в мексиканском городе Лос-Кабос. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи Путина и Обамы, подчеркивается, что народу Сирии необходимо предоставить возможность самостоятельно выбирать путь своего дальнейшего развития. При этом лидеры двух стран выразили всестороннюю поддержку плана Кофи Аннана по мирному урегулированию ситуации в Сирии и призвали все стороны конфликта к немедленному прекращению насилия. Лидеры двух стран также призвали Иран полностью соблюдать взятые на себя обязательства перед Советом Безопасности ООН и МАГАТЭ, а также сотрудничать с МАГАТЭ по всем вопросам, касающимся ядерной программы этой страны. В ходе встречи Барак Обама и Владимир Путин также обсудили вопрос размещения американской системы ПРО в Европе. В совместном заявлении президенты подчеркнули, что намерены продолжать диалог по ПРО, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Они также заявили, что считают приоритетом задачи и выполнения нового договора по сокращению наступательных вооружений и продолжения диалога по вопросам стратегической стабильности. Напомним, что предыдущая встреча Владимира Путина и Барака Обамы состоялась в июле 2009 года в Москве. В тот момент Путин возглавлял правительство.